так вот деньги туда надо подсунуть, да, чтобы типа взяться. Вова по песочку бегает. Ну давай. Да забейте что ли уже, блядь. Идиоты. Вова, убей его, убей. Ушастик. Так, маленькие любители спорта, мы продолжаем наш репортаж. Наши долбоебики опять проигрывают, понимаешь? Чубик Зазнайка со своей командой все никак не может размочить счет. Вот очередная попытка закончилась неудачей. Футболистов пропустила гол. Косолапый деревянный парень забил гол своей деревянной башкой. Счет стал 3-1. Да, на поле появилось два мяча. Леша не хочет играть вообще. С очка появился шанс. Ну, не понял. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой. Послушай. Давай, Вадя. Ну, давай, Арси. Команда Дохлиопа добивает. Ужас, кошмар. А ты чем еще играть? Чтобы всех забрал Бобик, проезжающий справа налево. Что, играть? Да, действительно. Матрешка, забей. Какой счет? 4-1. 2, 3. Вовочка лучше хуже не придумает. Hey!
только нет сейчас Снегурочки со мной. У нее, наверное, крыса от тебя поехала. Ля-ля-ля, ой, мы шурнули снегонца, лапка дрыцов. Команда деревянных футболистов пытается отбить мяч от своих ворот, но им это удается, понимаешь ли. Деревянный астронавт по имени Пиноккио дал пас своим. Да! Команда деревянных футболистов пытается забить очередной мяч, но ничего не получается. Тем временем едет товарищ на велосипеде, который им все сломает. Сапога справа идет. Пога! Скажи кар. А что оператор причитается? А что он лучшим болельщиком причитается? Самым громким болельщиком. Да, оператор пытается прозевать свою очередную конфетку, которыми его вредный оператор, понимаешь. Я-то пошел. Ужас, кошмар. Вы видите главного спонсора нашего матча, дядю Валеру. Ящички а явно это главные ничего нет. Болельщики. Да, болельщицы, понимаешь. Я. Юля, сядь. Да, вот. Блин, туда же пошла. Что это такое? Вова, отдай мяч. Вова, возьми лопату. Лопату возьми. Давай, Вадя. Вот этот вот засранец, да, вот, вот этот. Да, вот этот, который мне попу нам покатывает. Он, понимаем, на милу. О. Ой, мяч, я куда-то пропал.
Ваня, кидай туда. Давай, давай, давай. Аус, аус, аус. Молодец. Культя по кривоноге опять и забивает мяч. Потому что ноги кривые у него вообще, вообще, вообще. Вся команда такая, не могут выиграть. Судьба матча решена. 9-7. Наши чубайсы деревянные побеждают пока пухлых и мягких плюшевых медвежат. Обезьянок выдыхается и, похоже, не сможет больше ничего противопоставить нас. Пускай сопли на каждый шаг. Наши чёртовы футболисты, понимаешь, давай. Вот приехал товарищ на велосипедике, понимаешь. Спонсор едет, едет к нам с арбузиком, мы снимаем арбузик крупным планом, видим на нем какую-то бумажку, понимаешь ли, бирочка, наверное. Подготовили оператор, две болельщицы и охрана, понимаешь, вот товарищ. Вот этот вот товарищ. Вот. Уберите жопу товарища игрока. О, бабник пошел. Спонсор. Главное, перед вами, товарищи. Лучшие. Смотрите, лучшую кочку. Его надо снимать в скрытой камере, чтобы никто не видел. 7. Тот лучший, тот 10. Да. Посмотрите, пожалуйста, в камеру. Оха. Скажи маме привет. Последний раз в своей жизни. Запомните эту розу. От именно у Вова, дурак. Это самый неспотевший мальчик. Кат, передай Юре привет. Да? Паня, лапу. Болельщицы. Это вот две главные болельщицы. Посмотрите на них последний раз. Больше вы их не увидите. Мне кажется, не переживай, Руфа. А ты там где-то есть мяч? У меня в кармане. Это теннисный мяч. А, это этот, покемоновский? Ты же небо снимаешь. Ой, это гонимая школа. Черный квадрат снимать. Ну, уйди. Да, школа говно. А вот это мои руки.